Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Эта серия сразу идет после предыдущей, как бы я сразу ее сейчас играю, но я не знаю, когда она выйдет, через какое-то, не знаю, какое время, промежуток какой-то, так что я сразу играю. И в принципе, ребята, я побывал в шахте за эти там 20 минут и сразу начал сейчас играть. Ребята, давайте сразу сделаем себе машину. Я побывал в шахте, я нашел ту шахту заброшенную, как бы уже сделанную шахту, как бы уже заброшенная, да. Нашел я кучу всяких ресурсов, нашел я еще 5 алмазов, нашел я 10 золота, еще один изумруд. Еще что-то я там нашел, но сейчас... Сейчас... Сейчас, ребята, давайте быстро, как можно сейчас сделаем себе вот ту машину, чтобы превратить в Мьюту, сразу же сделаем. Я пока что еще даже не знаю как, но я себе добыл так нормальную кучу, все-таки алюминия себе добыл. 40 штук это... Более-менее такие. Отлично. Ребята, мало времени, нужно все успеть. Давайте сразу же переплавляем алюминий. Так. Сейчас. Что нам нужно? Давайте пока я буду вот это все делать. Две фусил-машины нужны. Первым же делом я сейчас сделаю две фусил-машины. Сразу же. Чтобы потом уже понять, что вот у тебя есть две фусил-машины. Сейчас нужно делать что-то другое. Ну, как бы остальное же. Ребята. Еще нужно 6 обсидиана. Сейчас мы быстренько сбегаем туда. Шесть обсидиана есть в той деревне, да, которую мы еще нашли. Туда нужно сбегать. Даже не 6 обсидиана. А 8. 8 обсидиана нужно. Так еще по 2 обсидиана нужно на каждую фусил машину. Ух ты, ни хрена себе, эта машина дорогая. Потом... I'm stupid as shit. Сейчас я себя обматерю, у меня же мастербола нету. Ребят. Мало того, что у меня мастербола нету, так мне же еще нужно 3 блока алмаза сделать. Сдуреть. И что мне сейчас делать? Там же вроде как бы можно не только алмазные блоки ставить, да? Там же можно еще и вот эти. Железные и твою, я что-то сейчас так туплю, просто я и об одном думаю и сразу о втором, что мне нужно сделать. И железные, и золотые, да. Но суть в том, что писали, как бы, да, я и знаю, что есть такая комбинация. Да харе глючить уже. Есть такая комбинация блоков, если ты неправильно поставишь, что может сделаться не Мьюту, а Дитту. Поэтому немножко вот это напрягает, что если... Твою мать, если бы ты еще не глючил, было бы так замечательно.
Так, ребята, давайте сразу подумаем, пока мы будем копать обсидиан. Нужно 8 обсидиана. Это раз. Еще добыть. То есть нужно 14 обсидиана. Или сколько? Да, вроде 14. Глючит жутко. Просто так жесть. Так, все. Твою мать. Во-вторых, блоки, ладно, не знаю. Или попадется Дито, или Мьюту, посмотрим. Во-вторых, нужно. Да сейчас. Вроде уже не глючит. Так, ребята, сразу думаем, 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 думаем. Что мне еще нужно? Насчет мастербола, хрен. Там же вроде, когда вылезает Мьюту, да? Нужно его еще и словить, твою мать. Ребята, у меня только одна идея есть. Это опять сделать магазин. Пока что, так как магазин у нас еще не построен, возьмем мы мастербол с гейммодом, мы возьмем мастербол и выкинем 5 алмазов. Кто не помнит или кто не знает, кто не смотрел предыдущий сезон, у меня был магазин. Как бы я сам его сделал, так как у меня была куча алмазов, и они никуда не девались, так как, в принципе, не было их куда девать. И у меня был магазин, где я сам его сделал, и там у меня было как бы. Сейчас, секундочку. И у меня там было как бы, что я покупал и мастерболы, и обычные покеболы, ну, ультраболы, и всякие поушены, камни, и все такое. И все это я покупал за алмазы. И я, наверное, вот так и сейчас сделаю, так как алмазы у меня есть, одевать их пока что некуда. Ну, как бы, нужно 3 блока алмазов, но, я не знаю, не хватает. Сделаем, наверное, с других блоков себе Мьюту, если получится, вылупится Мьюту, если нет, Дито. Посмотрим. И 5 алмазов, которые у меня есть, которые я добыл в шахте за там 20 минут, я выкидываю, как бы отдаю в магазин. Ребята, я сделаю магазин действительно, но позже, но я сейчас его как бы более усовершенствованным сделаю. И действительно, алмазы у меня есть. И потом посмотрим. Но я сделаю магазин, и как бы. И я за алмазы буду свои алмазы отдавать магазину, и они мне будут давать. Ну, обычный магазин. Они будут давать мастерболы и как бы покеболы, да. Ребята, думаем, думаем, что сейчас. Три ведра. Глючит. И да, не то, что глючит. Как бы нормально. Но есть такие подвисания. Как бы пару секунд останавливается, продолжается. Пару секунд останавливается, продолжается. Ладно, уже давайте, эта серия, мы только постараемся сделать себе уже машину, и если не получится, то сделаем в следующей серии. Ну, ребята, у меня просто сейчас, знаете, в голове переплетается все, что можно, что делать, куда бежать. Не успеваю просто совсем, мне хочется как можно быстрее сделать машину вот эту. И сразу же потом, наверное, уже Мьюту сделаем в следующей серии. Так, ребята, делаем машину. Первую, фусил машину. Это вот так, это вот так, это у нас. Нет, это у нас не вот так идет, это у нас. Вот так. Вот. Да, вот так идет. Во-вторых, идем еще за стеклом. Тут 2 штуки и берем. Вот так. Отлично.
Отлично, так, все, вспомнил. Сейчас быстренько вот так это забираем сюда. Вот так. Вот так. Еще одна часть нужна. Я не помню, как она делается. Отлично. Че я сделал, фуси клинер? Твою мать! Нахрена мне фусил клинер? Мать. Сейчас, секундочку, ребята. Что-то у меня или запись остановилась, или хрен его знает. Извините, если там какое-то время не было видео. Короче, ребята, я сейчас дурею. У меня в голове все так перекрутилось. Мало того, что я сонный, как хрен его знает что. Так плюс тому я еще так затупил, что я фусил клинер сделал. И даже не посмотрел, что я делаю. Как мне... Как... Сейчас я вспомню, чё там нужно. Мне... Сейчас. Сейчас я посмотрю, как там делается вот то. Я такой запаренный. Сейчас, извините, ребята, за эту серию. Ну, как бы... Не извините, но просто я чё туплю жестоко. Как делается вот эта часть? Ага, как она делается? Вот так она делается. Вот так и вот тут. Ну да, как бы вот так, но... Вот. Сейчас вот так. Я не знаю, идет запись видео, не, как бы идет запись камеры, не идет. Извиняюсь, ребята, я просто действительно сейчас что-то туплю жестоко. Что мне сейчас нужно? Сейчас давайте алюминий сделаем. Если получится, хотя бы сделаем одну часть машины, потом другую. В следующей серии. А потом, наверное, и третью. Ну, то в следующей же серии. И потом, наверное, сразу же попытаемся сделать мю. Ту. Туплю жестко. Просто так жестко, что сдуреть можно. Так, одна часть у нас есть. Как бы одна машина у нас есть. Давайте сразу сейчас сделаем другую. Сколько там? Давайте, давайте, давайте. Уже забыл, как она делается. Не, не, нужно идти спать, ребят. Нужно идти спать. Плюс к тому, что еще так жестко глючит. И меня еще плюс к тому... Ладно, давайте сразу же сделаем, чтобы не париться. Нужно еще сбегать за пару. Или нет, посмотрим. Так, какой части еще не хватает? С алюминием. Части с алюминием еще не хватает. Мне нужно еще 5 алюминия. Хорошо, что я более-менее нашел большое количество алюминия. На карте 2 покемона босса, но я не буду идти, ребят, нет времени, нужно все это делать. Эта серия такая, как бы, туда-сюда быстро все это сделать.
туплю жестко просто. Я Fossil Cleaner сделал, не знаю зачем. Ах, и сонный. Ладно. Сколько там частей? Все, давайте делаем. Давайте делаем. Опять верхнюю часть сделал. Вместо нижней. Туплю. Извиняюсь, ребята. Действительно, извиняюсь так, что капу. Туплю, но давайте уже доделаем вот хотя бы две фусил машины. Наверное, после этого посмотрим. Туплю. Я извиняюсь, ребята. Нереально туплю что-то. Сколько там еще? Все, отлично, делаем. Вроде вот так. Отлично, ребята, есть у нас две фосил машины. Сейчас я еще раз посмотрю рецепт, как там делается. В принципе, одну часть мы уже, наверное, можем сделать. Вот прям. Прям сейчас. Да, сразу сделаем прямо сейчас и закончим на этом серию, ребята. Извиняюсь, туплю нереально, но зато я хотя бы уже сейчас сделал две фосил машины, и сейчас уже сделаю одну часть машины для Мьюту. Все, давайте делаем. Вроде вот так. Как она делается, уже забыл. Ага. Так. Ну да. Вот так. Тут у нас вот так. Вот так. Вот так. Или мы еще одну сможем сделать. И потом останется одна часть и мы сможем уже сделать мьюту. Сможем сделать сейчас вот эту часть? Я думаю, что да. Ребята, у нас есть две части. Сейчас, чтобы сделать последнюю часть, нужно 6 обсидиана и 3 редстона. Редстон у меня, может, где-то в сундуках еще есть, но, в принципе, сейчас, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Серия туда-сюда так быстро все как-то и я сонный, и просто когда вот думаешь, что сделать, и тебе его то, его то, его вот то, его то нужно сделать, все переплетается. Поэтому, ребята, ну, в принципе, мы справились и сделали. О, покемон босс. В принципе, мы справились и все-таки уже сделали две части машины для Мьюту. Еще осталась одна, в принципе, ее легко сделать. Уже, наверное, в следующем эпизоде мы уже полностью сделаем машину. И попытаемся сделать Мьюту из нашего Мью, которого мы словили. Если получится, получится Мьюту. Если нет, получится Дито. Посмотрим. Всем спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.